Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Андрей, вы на канале Devian Underplay. Продолжаем с вами проходить Heavy Rain. Кто не смотрел вчерашнюю серию, посмотри обязательно. Игра крутейшая. По сути, вам ничего не стоит подписаться на канал, поставить лайк этому видео, оставить комментарий и сделать красную кнопку серой. И именно благодаря вам, мои дорогие друзья, мои ролики будут становиться все лучше и лучше. Еще, пожалуйста, поддержите моего хорошего знакомого. Это канал Мирный. Ссылку я на него оставлю в описании под этим видео. Парень делает нереально крутые видосы с крутыми прохождениями, с очень отличными играми. Он очень старается. Пожалуйста, поддержите его лайком и подпиской тем, кто ценит игры крутые и топовые. Ну что ж, а мы с вами продолжаем. Так, у нас отец и сын. Вчера мы остановились именно на этом. Кто не видел, еще раз говорю, зацените обязательно. Игрушка очень крутая. Вот, собственно, у нас главный персонаж. Так, да, мы с вами остановились вчера именно тут. Я все забываю, как ходить, не могу привыкнуть к управлению. Ну, думаю, скоро мы с вами разберемся. Так, ну чё? Так, перекус, поговорить. Шон, не хочешь поговорить? О чем бы это? Не знаю, о тебе, о друзьях. Как идут дела? Все нормально. Все что ли? Давай школа. Как дела в школе? Учитель добрый? Да нормальный. Так, уроки. Шон, пора бы взяться за уроки. Ну, пап, я хочу еще посмотреть телек. Потом сделаю, ладно? Что-то как-то грубо он ему сказал. Ну, ладно, потом так потом. Ладно, займемся ими позже. Так, чё, перекус? Что ж, пора перекусить. Ты голодный? Кажется, чуть-чуть. Посмотрим, всё, что у нас есть на кухне. Поехали. Чё ты будешь есть? Так, где у нас кухня? Так. Блин, где камера? Это что? Так, перекус. 16:30 перекус, 18:00 уроки, 19:00 ужин, 20:00 постель. У тебя даже расписание висит. Так, айда, наверное, в холодильник. Где у нас холодильник? Вот он, отлично. Так. Что ты будешь есть-то? Не, поставь, хорош, ты что? Поставь, говорю, да, блядь. Тебе сына кормить надо, стоишь, пьешь. Так. Нет, не надо. Да, блядь, открой, там завтрак должен быть, да твою ты мать. Ой, так, это что, свет, наверное? Нет, это время. Так, а там что? Что у нас тут? Там машина стиральная, судя по всему. Ну-ка, да, блядь, развернись. Ладно. Пошли. Ты же сказал поесть. Значит, ему надо поесть. Где тут что? Так, ну, судя по всему, в холодильнике, видимо. А холодильник он у нас не открывает. Ты сам, главное, блядь, попил. Что не так, блядь? Так, ладно. Если у нас, что там написано? Ужин в 7 часов аж. Так, грейс. Без уроков. Уроки. Так, а время, что у нас там, мы смотрим? Вот же еще часы у нас висят. Так, 6 часов. Окей.
Может, поиграть с ним? Похоже, ты простыл. Посмотрим, нет ли у меня лекарства. Ну ладно, пойдем лекарства посмотрим. Есть ли у тебя вообще что-нибудь в доме в твоем? Так, это что? Это ты со своими, блядь, фокусами. Где у тебя лекарство должно быть? По идее же на кухне, наверное, где-то. Так, это еще вход в ванну, что ли? С двух сторон? Не в ванну, а как она там, блядь? Правильно там у них называется. Так, ну тут у тебя явно ничего нет. Пойдем тогда, у тебя там еще вроде второй этаж как есть. Видишь, чихает. Пошли. А, стой. Да раз, блядь, развернись. Так, это что? Это выключатель. Я думал, тут у него шкаф какой-то стоит. Думал, там есть что-то в нем. Что не так с этим управлением? Так, ладно. Смотрим. Это комната твоя, да? Ну, тут у нас что-то ничего нет. Выйди, развернись, ядрить твою. Так, это что? Выключи, кто нас еще на авторский сейчас натянут потом, блядь. Хрена ты ходишь, блядь, вот недавно сколько времени было. Есть у тебя лекарства, нет вообще какие в этом доме? Меня вот бесит, почему, блядь, если... Где какие-то подсказки, блядь, куда идти, что делать? Так, это твой кабинет, судя по всему. В котором тоже, видимо, ни хрена нет. Так, след твоя комната. Вот здесь у нас что? Так, судя по всему, вот здесь и должно у тебя, да, какое-то лекарство стоять там или что в ванне. Или нет? Че ты сейчас придешь, сыну скажешь, блядь? Лекарства у тебя нету? Я не знаю, что, блядь, не так с этой игрой. Где вообще выключатели? Включи свет, блядь, темно уже. Здесь ничего нету у тебя? Шкафчики какие-то, блядь. Так, это что? Блядь, ну я же проходил здесь. Что у тебя там стоит-то? Что это такое? А это что? Ну это еда же. Ну-ка, положи. Первое, что он там брал? Шоколадка, что ли? Или что это за херня? Подсказка.
Пацан чихает. Так, без уроков, Грейс, лекарство. В ванной наверняка должно быть лекарство. Блять, я же только что с ванной пришел. Да. Так, это ванна. Ничего, где? Выключатель есть тут, нет? Да, блять, как меня это управление с... И чё, где, блядь? Чё делать-то, алё? Ванна же это у тебя, блядь, правильно? Должно быть, да, блядь, нету. Какой дебилизм какой-то, блядь. У тебя что, блядь, несколько ванн, что ли? Включи нахер свет. Это спальня. Так, окей. Бля, я вообще не понимаю, что не то. Что у тебя, блядь, лампочка перегорела? А, это там свет включается? Или я там его включил? Ой, блядь. Эта дверь куда? На улицу? Заходи обратно. Где лекарство в этом доме? Дурдом какой-то, блядь. Давай, может, мы тебя сначала покормим или что? Я не могу, блядь, его найти. Чё за пиздец-то, блядь? Пора ужинать. Надо покормить Шона. Чем кормить-то будем тебя? Ну-ка, открывай опять свою, блядь, полку. Эту положи. Вон то достань. Чё, это пельмени? И чё, куда их? У тебя какой-то, блядь... Ни тарелок у тебя что-то, ни хера ничего нету, блядь. Чем ты его кормить собрался? Вот, Шон, перекус. Спасибо. Ну я не нашел лекарства, реально. Так, Грейс. В эти выходные Шон остается у Грейс. Ко мне он приезжает с неохотой и всегда торопится вернуться к маме. Может, ты хочешь поужинать? О, да, страшно хочу есть. Ладно, посмотрим, что можно съесть. Разогрею, позову. Так.
Так, разогрею. Так, что у тебя? Вот это вот явно же, да? Для микроволновки что-то. Закрывай. Пошли. Все, что ли? Ну, бери. Какая у тебя быстрая микроволновка? Нихера себе. Я думал, там доширак. Там картошка с курицей. Иди есть, Шон. Еда готова. Я иду. Давай, погнали. Что-то спросить что-то хочешь или что? Так и молча и будут сидеть. Так. Лечь попозже, идти спать. Но он же ест еще. Что ты его забавлять будешь опять? Ну давай. Потренируемся кутуешки делать хоть. Все, быстренько ты. Так, а где ты у меня? Убежал уже, что ли? Че, спать пойдем? Так. Шону пора спать. Идем, Шон. Пора спать. Я не устал. Можно подольше посидеть? Ладно, сегодня можешь лечь попозже. Вот только маме лучше не говори, ладно? Ну, поиграем давай. Хочешь немножко поиграть со мной? Лучше телек посмотрю. Конечно, лучше, блядь. И что там по телеку идет у нас нынче? Ну хорошо, а мне-то чем заняться в это время? Какие еще варианты у нас тут действия есть? Так, давай сядем с тобой, посидим. Ладно, пойдем спать. Идем, Шон, пора спать. Я не устал, можно подольше посидеть? Ну блин, мы сейчас... Нет, нельзя. Ты же сам знаешь, что это неразумно. Завтра в школу. Тебе надо выспаться. Ну хорошо, ложусь. Ты пойдешь со мной? Пойду, конечно. Чисти зубы, надевай пижаму, я приду. Так, это что, ну это выключить, наверное, да? Нет, это смотреть, это выключить. Все, пойдем. Тихо, так, ну так. Так оно будет лучше. Ну а привыкнуть потихоньку. Он, блядь, меня подкашивает это управление, конечно. Так, ты у нас в ванну, да, пошел? А комната твоя, она получается вот тут. Тихо, вот сюда пойдем. Свет надо включить. Вот. Хрена он зубы чистит, то, что тут слышно. Так, так, так. Надо окно закрыть. Ну что не то-то, блядь? Да, домишко-то, конечно, у тебя не такой, как был. А, это рисунок тот, что ли?
Спокойной ночи. Мишка, я потерял Мишку, папа. А, ты, наверное, Мишка. Забыл его где-то в доме. Он не в этом. Знаешь, где он может быть? Где стиральная машинка. Я всегда с ним сплю. Сейчас принесу. Хорошо, пойду посмотрю, может, он найдется. Идет? Пойдем по Бырику. Тем более мы знаем, где он. Такая музыка печальная. Мишка, Мишка, Мишка. Мишка у нас вот тут. Вот он. Мишка же это, Мишка. Зеленый какой-то. Так, нет, вот сюда. Вот сюда. Странно, там что-то я туда шел. Какие-то стрелочки были, сейчас уже нету. Так, во. Ну, чё? Та-дам! Спасибо, пап. Спокойной ночи. Ага. Пап. Да? Ты что такой грустный? А сам-то ты чё такой? Мне просто нужно время, Шон. И всё у нас будет как прежде. Знаешь, пап, ты не виноват, что Джейсон умер. А чё у тебя рот закрыт? Спокойной ночи. Странно, блин. Так, всё? Больше тут ничего делать не надо? Не, подожди, это чё это было? Засыпай. Все. Ну а свет выключить? Че, что это? Ты его глючит? А это что? Оригами? Интересно, конечно. Это кто? Это еще какой-то персонаж, судя по всему. Вторник. 6 минут первого. Количество осадков 7 миллиметров. Кто? Дядя. Так. Лорен Уинтер. Знаете ее? Это едва ли. В смысле? Лорен Уинтер. Сука. Третий этаж, все за последняя деньги, дверь по левой стороне. Какой этаж? Блядь, я прослушал. Третий вроде. Последняя дверь с левой стороны.
это что ли? Лорен Уинтер? Без договоренности не принимаю. Эй, блядь, кутуешку просрал. $50. Только без поцелуев и извращений. А, ты вот ты кто такая-то, блядь. Хорошо, а ты тогда кто? Кладите деньги на стол. У вас ровно 10 минут. Звенит будильник, время вышло. Ясно? Окей. Чем мы сейчас будем? Чем мы сейчас будем делать? Ты массажистка? Кто ты такая? Вы бы раздевались, ваше время идет. Вообще-то я не клиент. О, черт, да вы коп. А-а-а. Ну надо же, что хотите? Тест-драйв на халяву? Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Родители жертв мастера оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. Да не. Я уже все рассказала полиции, добавить нечего. Проваливайте. Так, убедить. Этот убийца все еще на свободе, и наверняка будут еще жертвы. Моего Джонни нет, какая хрен разница? Большая, вообще-то. Настоять. Будут еще жертвы, если не поймаем убийцу. Вы должны помочь мне, Лорен. Вдруг удастся найти хоть какую-то зацепку. Помочь? Вы ничего не можете сделать. Мой сын умер, вам ясно? Он умер. Так. Растрогать, купить, блять. Если не поймать убийцу, многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях. Но вы правы. Какое вам дело? Вам-то уже все равно, а? Все, что ли? Не добились мы ответа? Что вы хотите знать? Бля, да все. Что ты знаешь? Подозреваемый исчезновение Джонни. Два исчезновения. Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы. В тот день был просто жуткий проливной дождь. Никогда не забуду. Все дети вернулись домой в 5. Кроме него. Так, Джонни, чё? Подозреваем, полиция. Ну, нет вопросов. Да блин, вы бы на месте стояли. Вы подозревали кого-то, кто мог сделать это? Ну, в смысле, чтоб они здесь не... Здесь бывает много сомнительных типов, сами понимаете. Конечно, я об этом думала. Но это же так нелогично. Зачем кому-то из моих клиентов делать такое с моим Джонни и другими детьми? Хотите? Нет, я бросил. Молодец. Так, тихо, 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 тихо. Надо это, подожди, блядь, стой. Я сесть хотел. Так. Джонни, чё? Время деньги, мистер Шелби, если нет вопросов. Да я доплачу не это. Давай дом. А Джонни жил с вами? Да. Конечно же, он никогда не видел моих клиентов. Я хотела завязать. Но нужны были деньги. Мне так хотелось увести его из этой дыры. Так, полиция. Когда вы забили тревогу? Около 8. Я заволновалась, обежала весь квартал, ходила... На пустырь, где они играют, ходила к его друзьям. В полицию позвонила в 10. Все? Хрен, у тебя таймер тут стоит. Время вышло, мистер Шелби. Я надеюсь, вы довольны. Проваливайте. Да, что-то не очень.
смысле? Может, еще поговорим? Что-то как-то маловато информации. Ладно. Что это за, блядь? Если вспомните что-то, любую малость, позвоните. Скотт Шелби. Как Шелби Мустанг прям. Только, блядь, полноватый. Че это? Че с тобой? Да в смысле? Ты астматик? Че там? Родин? Какой-то хрен прошел даже это. А он к ней? Лорен, открой, киса. Это я. Открой, зачем ты пришел? Я же тебе сказала, не смей являться сюда. Ну, киска. Так. Я же так соскучился. Что, вмешаться, нет? Да, наверное, вмешаться надо. Что тебе надо, урод? Сейчас узнаешь. Лора, все в порядке? Да все путем! Проваливай, косел! Тихо, сейчас возможно крутые действия. Так снова вот. Снова ты? Конечно, я. Хочешь проблем, могу устроить. Я тебе сейчас мозги вышибу. Ну давай, давай, опа. Тихо, спокойно. Опа. Хорошо, блядь, промазал. Тихо. Сосредоточено. Хорошо. Тихо. Вот ты мудила. Трой, я вызову полицию. Трой, я звоню копам. Еще раз. Ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Что, даже бутылка не разбилась. Так, так. Тихо, вниз. Ладно. Спокойно. Тихо, ты что, дурак, что ли, опусти? Вверх, блядь. Блядь, промазал. Тихо, 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 тихо. В горло ему, только не втыкай ее. Да, блядь. Тихо, я помолчу во время кутуешек. Все? Еще увидимся. Так, в смысле, ты его арестовывать не будешь, что ли? Вы в порядке? Как-то сложновато, блядь, и комментировать, и что-то ей делать. Наверное. Кто это? Бывший клиент, придурок чертов. Совсем оборзел, я ей сказала, чтобы не приходил. Берегите себя, он ведь может вернуться. Простите, если что. Мистер Шелби? Что, ты вспомнил о чем-то? Спасибо. Ну все, ты считаешь, под прикрытием будешь. Приехал, звездюлей получил. Напоминание, нажмите удерживать указание кнопки одновременно, пока на них что изображение не пропадет. Так, это кто еще? Это у нас уже какой-то, судя по всему, третий персонаж. Сколько их здесь будет, мне интересно. Вторник, время 8.05, количество осадков 17 миллиметров. Увеличивается, то есть, дождь. Точнее, он не перестает. А ты куда? Что, еще один коп, что ли? Что, кого-то завалили, убили? Не, ну завалили не будем говорить, потому что здесь как бы если речь идет о убийстве детей, то это как-то, ну, хреново звучит. Ты
Ты тоже какой-то этот? У вас все там такие, что ли, в отделе? Один астматик, второй там... Что у тебя там, блядь, за ампула? Пойдем. Это, ну, ФБР, наверное, какой-нибудь, судя по одежде. Проход запрещен, сэр. Пожалуйста, отойди. Агент Норман Джейн, ФБР. Ну, я же говорю, блядь. Можете предъявить значок, мистер Джейн? Да не вопрос. Да, конечно. Держи. ФБР. Ладно, проходите. Ох уж эти федералы. Мне нужен лейтенант Блейн. Он здесь? Да вроде бы приезжал. Он где-то здесь. Спасибо. Сраные федералы, бля. Так, тот у нас, понятно, тот у нас детектив, а это у нас ФБР. Че, ух, Нео, ни хрена себе. Че у тебя за приблуда такая запись интересная? Агент 47023, Норман Джейден. Вторник, 4 октября 2011 года. Время 08:04. Так, R1. Чё? Не-не-не, ты не снимай, подожди. Я же не знал, что это. Я думал, там что-то другое будет происходить. Ты пойти-то не хочешь? Чем мы вообще делаем? Улики. Что не по-русски-то, я не пойму. Ты переводить? Не представляет интерес. Переводить мне будешь или что? Так, еще смотрим. Тут что-то все в следах, все истоптано. Давайте в тот тупичок сходим. Тихо, подожди, стоять. УРС запись. Интереса не представляет, принадлежит одному из полицейских. Мне нужен лейтенант Картер Блейн. В смысле, ты не мой, что ли? Спасибо. Не мой поп. Подожди, я тут осмотрюсь. Ну ладно. Лейтенант Блейк, агент Норман Джейден, ФБР. Заходил к вам в участок с утра, сказали, вы здесь. Если вы любитель сырости, пустырей и трупов, появились два. Майк, подойди, скажи этому уроду с бульдозером, чтобы заткнулся на 5 минут. Я тут себя не слышу. Минуту, лейтенант. Кстати, да, что-то плоховато слышно. Ну, вы идете, Джейден? Итак, убийство? Собачник обнаружил тело мальчика примерно около 6 утра. Пока это все, что мы знаем. Но можно не сомневаться, тут поработал мастер оригами. Так. Свидетели, наверное. Свидетели есть? Пока нет. Тут пустырь. Сомневаюсь, что кто-то мог что-то видеть. Где там коронер? Застрял в пробке, лейтенант. Мы ждем больше часа, черт подери. Так, причина, что там, личность? Ну, давай личность. Личность жертвы установлена? Нет, пока нет. Надеюсь, сегодня выясним. Так, время. А время смерти известно? Судя по трупному окоченению, меньше 6 часов. Точнее, скажет коронер после осмотра. Что еще? На месте преступления много людей. Вы не боитесь, что затопчут следы? Да. Может быть такое. Убийцу не поймать, если сидеть на заднице. Мои ребята мастера своего дела. Не хуже снобов оставляют. Деловой такой, блядь. Нет, конечно нет. Я не сомневаюсь. Тони, я не желаю, чтобы журналюги сували сюда свои носы. Понятно? Есть, лейтенант? Что еще? Зацепки? Идеи уже есть?
Мои люди обшаривают тут каждый сраный. Если убийца оставил какой-то след, его не убьют. Знаете, я тут мало занят. Может, мы с вами поговорим потом? Зайдите в участок. Конечно, я понимаю. Можно я осмотрюсь? Да, пожалуйста. Эй, Джейден, сообщите мне, если что-то найдете, окей? Сами ищите. Сам ищи, блин. У нас тут такой занятой. Так, получается. Думаем. У нас Итан куда-то ночью свалил. Куда-то ночью он свалил. Так, это я смотрел, нет? УРС-запись. Интереса не представляет. И у него в руке оказалась вот эта вот фигурка оригами. Блять, ну это что, реально он что ли? С ним же что-то случилось? Какие-то глюки или что вообще было? Так, тут ни хрена ничего нету. Капец, что-то каждый этот сантиметр надо обшаривать. Ладно, хоть здесь камеры можно вертеть. Там одна улика у нас есть. Пойдем вот в ту сторону. Так, а нет, это у нас выход. Здесь они, наверное, все протоптали уже. Хрен что найдешь. А, вот он. Стоп. Вот у нас. Да блин. Куда? Где эта херня была? Вот у нас цепочка тянется, получается. В ту сторону. Да, вот сейчас. Сейчас мы быстро найдем. Где я не вижу? И чё? Так, туда. УРС-запись. В высокой траве видны следы, ведущие к трупу. Это не следы полицейских. Связь с телом пока не выявлена. Сейчас найдем. О, нихера. Серьезно? УРС-запись. На заборе за железной дорогой найдены следы крови. Результаты анализа крови свидетельствуют о серьезном и длительном истощении. Так, а где? Подожди, мы может туда не пойдем пока? Сука. Где этот? Подожди, отойди. Где сам труп или что? Где-то же должен быть. А, вон что-то, палатка какая-то стоит, ну-ка. Скорее всего, там. Вы что мне, блядь, тут управление путаете? Вот, тут-то я не был. УРС-запись. Жертва лежит на спине. Явных следов насилия нет. Так. На груди жертвы лежит архипелаг. Давай дальше смотреть. Маленькая фигурка оригами в правой руке. Вероятно, убийца поместил ее в кулак жертвы уже после смерти. А это не та фигурка, которая у Итана в руке была? Жертва вроде она. Объявлен в розыск 5 дней назад. 5 дней назад? Сведения в досье. Все, да, получается? Так, что, по времени успеем туда, не успеем дойти? Так, не в ту сторону, вот туда, да, пойдем. У Итана же такая же фигурка была в руке. И, бляха, ну я не верю, что он
после того случая, что потерял сына Шизамуса, как говорится, и начал такую херню чудить. Так, держим. Бля, да сколько тут кнопок-то будет? Все? Бискут и ешек? Или, а нет, еще не залез. Так, давай треугольник, поехали. Икс. Так, круг. Треугольник. Ладно, что дальше-то? Ну, дорога и дорога. Включай свою шарманку. Пойдем по следам. По следам, говорю, пойдем. Скорее всего, это убийца. Ну, скорее всего, росли до сюда, видно. Наверное, свалил отсюда. На машине. Это что? Следы от чего-то. ОРС запись. Следы шины на обочине за железнодорожными путями. Видимо, машина. Полагаю, я уже нашел все, что здесь было. Все, что здесь было. Ну это классика, блядь. Ну так, ничего, прикольно за него играть. В принципе, пока все у нас такое себе. Знакомят нас с персонажами. Со всем этим. Это у нас уже третий. Так, тут и ешки. Поехали. Их бы сделали бы цветные, блядь, потому что, ну что, черно-белые как-то не айс вообще, блядь. Не сразу заметишь. Да вниз. Так, круг. Круг. Все, ты слез у нас, да? Снимай свои эти, раз. Чтоб не палиться, мало ли вдруг, они у тебя секретные какие-то. Раз они у тебя, может быть, секретные. Нам что сделать-то надо? Кровь, поезд, мнение, полиция. А что за поезд? Тело найдено неподалеку от железнодорожных путей. Убийца всегда оставляет тела в таких местах. Отойди, блядь, соберись нахер. Так, дальше. Я возвращаюсь, честно. Вы остаетесь? Да нет, я уже все нашел. Я сделал. Я тоже еду. Мы все здесь обыскали. В принципе-то. Есть у тебя мнение? Давай. Думаю, я выяснил все, что мог. Пора возвращаться в участок, пока дело не закончилось воспалением легких. Да, пора. Чё ещё? Кровь? Откуда здесь взялась кровь? Так, ну и классика, чё? Полиция? Слишком много народу. Они затопчут все улики на месте преступления. Так, ну и... И чё? Вниз мы идём? Выходим отсюда? Ну и... Собственно, давайте, дорогие друзья, на этом мы эту серию закончим. Шикарная серия, нас познакомили с тремя новыми персонажами. И интересно становится, кто, мне кажется, все это делает. И все, судя по этой серии, мне кажется, все улики падают на Итана. Нам показали его, что он держит фигурку оригами в руке. И как-то все, в общем, пока что запутано, но... Дальше будем смотреть. Ставьте ваши лайки, ребят, комментируйте, подпишитесь на канал, сделайте красную уже кнопку серой. По сути, это вам ничего не будет стоить. Мы идем к 200 подписчикам. Именно благодаря вам, мои дорогие друзья, мой канал и мои ролики будут попадать в рекомендации. Ссылка на этот плейлист я оставлю в описании под этим видео. Также оставлю ссылку на канал Мирный, тоже с прохождениями игр.
Поддержите, пожалуйста, парня подпиской, пожалуйста, лайком. Он этого заслуживает, реально старается и делает все по красоте. Ну что ж, дорогие друзья, мы на этом эту серию заканчиваем. Увидимся с вами в следующей серии. Всем до встречи, ребята. Всем пока-пока.